Насчет кинематографа нашего, я все-таки считаю, что русским не нужно подстраиваться под американскую. У них своя определенная мейнстрим, то есть у них зрелищное, они берут этим. Нашим не нужно это делать абсолютно, нам просто нужно снимать историю. Вот единственные картины вот эти все, которые вот снимают именно историю, нашу историю, не нашу, они получаются очень хорошо, очень качественно, и на это приятно смотреть. И не стыдно даже. Вот что касательно истории, просто снимайте историю, и все.